пожалуйста, комментарий по сегодняшнему матчу. Что у вашей команды получилось и что не получилось по сравнению с матчами дома? Ну, получилось 2-5, получилось. Это очень хорошо получилось. Комментарий, что по игре? Ну, такое у меня ощущение, если мы возьмем начало матча, и прям вот ощущение такое у меня складывалось, что мы вышли на лед уже так, все, сейчас вот мы всех все удивим, покажем, сейчас вот прям мы сейчас вот это все тут сделаем так здорово. 6 минут штраф у соперника, там, ну, один бросок там в штангу, правда, попал, он единственный был. Воротам не стали бросать, стали что-то там возить, стали придумывать. В хоккей не обманешь же. Немыслимые голы себе сами привезли, один, второй, потом попробуй. Вроде сравняли 2, тут же опять получили, ну, и в результате «Алмаз» заслуженно победил. Сегодняшнее поражение, оно станет для команды уроком и, может быть, изменит как-то моральное состояние именно игроков перед завтрашним матчем? Давайте посмотрим. Завтра игра будет, мы посмотрим. Надеемся, что, может быть, как-то, я не знаю, нельзя сказать, что мы там морально не готовы к игре. Просто, может быть, мы думали, что малой крови, может, получится. И все-таки, наверное, в головах сидит счет серии в 2-0, хоть как бы мы ни говорили. Буквально в последний раз Ирбис такой ситуации был, 2-0 вели, а играет Новокузнецк в полуфинале. Поэтому тут вопрос такой. Дали возможность сопернику почувствовать. Ну и, конечно, все-таки защитники у нас сегодня не из-за пропущенных голов, там больше нападающих вина, а сыграли в атаке защитники. В начале атаки совсем не сработали. Не могли атаку мы начать, немножко потом начали нервничать. В отличие от нас, защитники соперника и опять изобили, и броски хорошие показали. Завтра будем разговаривать, сейчас мы с ребятами немножко обсудили момент, чтобы на завтра негатив не переносить. Сейчас поругались 2 минутки там. На лидеров немножко, будем говорить, наехали, они обижаются еще. Как так, вроде другие виноваты. Но, тем не менее, лидеры задают тон в игре. Они сыграли не так, как должны были сегодня сыграть. Не потащили нас за собой. И одни старались, но чего-то не хватило. В первом периоде сегодняшнего матча, если не ошибаюсь, впервые в серии «Алмаз» перебросал вашу команду. Это связано как раз с недонастроем, как вы считаете, или с тем, что «Алмаз» очень бодро начал, резво, и, ну, немножко перебегал, может быть? Я не буду говорить. Это вы, вам со стороны виднее, кто перебегал. Это вообще первая игра, наверное, где мы там, у нас колоссального преимущества по броскам не было в плей-офф. Ну, первый, я поэтому и говорю, у меня поэтому претензии к ребятам. 6 минут штраф, мы играли первый период, там по броскам должно быть опять 16-5. Ну, по нашей, у меня там статистики, там 5-5 по броскам, и там и моментов одинаковые. Ну, это практически, ну, катастрофа, начали мудрить, там, при розыгрыше 5-4, ну, так не бывает. За это будут наказывать, всегда за это будут наказывать, если ты вышел. Не с одной целью бросить, добить ее туда, есть возможность занести. Ну, тогда ты получишь себе. Какое впечатление оставил этот матч и в чем отличие от игр на выезде? Отличие, играем дома. Вот все отличие. Свои трибуны, поддержка своих болельщиков. То есть вот это отличие есть. Ну и постарались играть первым номером сегодня. В зоне атаки побольше шайбы подержать. Ну и вот эти голы быстрые забили тоже. Сказала свою роль. Плюс ребята молодые сегодня сыграли. Не 3 шайбы забили. То есть это хорошее подспорье сегодня было. В Нижнекамске вы сетовали на физику своей команды. Что-то изменилось за эти 2 дня? Да, мы отдохнули немножко. Еще вопросы? Много было недовольства с вашей стороны, такие эмоции. Вот с чем это связано? С эмоциями. Эмоции. В плей-офф.